Кутов Юрий Александрович. Кого? Тренер детской команды «Гарант» город Ашан. Как вам турнир? Вот я помню ваше выступление, вы приехали, видать, с колес проиграли первую игру, вторую крупно выиграли, а потом опять провалы. С чем связано? Ну, одна и самая основная причина вот такой нестабильной игры в том, что в нашем третьем по численности городе Тюменской области нету футбольных полей. Вы можете это представить? Я там играл. То есть ребята, мы вот в зале где-то бегаем, ковыряемся, выйти на улицу, ну вот школьные вытоптанные площадки есть? Нету. Нету. Одно поле городского стадиона, оно закрыто, там выращивают траву, готовятся к губернским играм, и ребятишки элементарно вот лишены вот этой возможности. Поэтому, поэтому вот эти глупенькие ошибки возникают. Вот. Ну, вот это вот, ну и вот это отсутствие игровой практики. Сказалось, да? Да, отсутствие футбольных полей показали вот наши огрехи в технике, в тактике. На словах это все сразу не научишься, надо вариться в этом соку. Соревнований у ребятишек крайне мало, к сожалению, наша территория почему-то никак не финансируется. В общем, боремся с чиновниками, пока они побеждают. Понятно, спасибо. Здравствуйте.